В мае министр обороны Сергей Шойгу обещал подписать указ о передаче поселка Хвойный муниципальному образованию «Красное село». Жители рассчитывают, что после этого в бывшем военном городке удастся решить вопрос и с управляющей компанией. Местные жители констатируют, нехватка медицинских врачей, магазинов и культурно-досуговых учреждений в поселке Хвойный – это, конечно, существенный недостаток. Но главные проблемы у населения связаны с действиями, а вернее бездействием их управляющей компании. Она называется «Главное управление жилищным фондом». Эту организацию в августе 2015 года Минобороны специально создала для обслуживания военных городков. Ну, самая главная проблема, что должного контроля за работой компании со стороны представителей Министерства обороны не осуществлялось, поэтому управляющая компания работала, в общем-то, спустя рукава, что приводит вот к состоянию нашего городка, к унылому достаточно. То, что дом брошен коммунальщиками, здесь увидишь, не присматриваясь. В обшарпанных парадных следы от протечек, и при этом проводка здесь оголенная. От замерзания парадные тоже не застрахованы. В начале декабря у нас отвалилась дверь. Ну, мы ходили 2 месяца, чтобы нам заварили. То у них не было сварки, они не могут заварить, то еще у них какая-то причина была. В итоге нам заварили эту дверь, ну, может, вечером. И что с этой дверью? Посмотрите, она вообще не закрывается. Что касается уборки домов и прилегающих территорий, то здесь дела обстоят не лучше. По словам жителей, на весь поселок от силы пара дворников, но они и этих немногочисленных работников почти не видят. Местные жители утверждают, что управляющая компания очень сильно нарушает периодичность уборки. К примеру, по их словам, вот эта бумажка валяется здесь уже целую неделю, и жители ее принципиально не трогают, потому что платят деньги за уборку, которая должна осуществляться 2 раза в неделю. При этом жителей возмущает, что за текущий ремонт коммунальщики собирают по полной, в среднем 1000 рублей с квартиры. Однако ни в одном из 20 домов поселка за 17 месяцев с начала обслуживания так ничего сделано и не было. На отчетных собраниях на вопрос жителей, почему управляющая компания так плохо работает, ее представители четко ответить не могут. Мы вступили с августа месяца 2015 года, и все средства, собранные по текущему ремонту по каждому дому, будут четко идти на каждый дом. Переброски никакой не будет. Хотели бы вы... Как заявляют жители, Экобалт – это как раз та компания, которая и должна выполнять текущий ремонт, который так и не начался. В планах у местных добиться возврата выплаченных Главному управлению жилищным фондом средств. Дождаться лета, когда военные передадут Хвойный Красному селу, а после передать их новой, выбранной посельчанами управляющей компании. Поддержку муниципальных властей население уже получило.